Спустя 76 лет после героического подвига советских пограничников в парадном строю у памятника героям границы, женщинам и детям, подвигам своим в бессмертие шагнувшим, стоят военнослужащие, которые своими лучшими качествами и профессионализмом доказали, что они с достоинством и честью несут почетное звание пограничник. Успешно пройдя трехмесячное обучение, сдав экзамен по основным дисциплинам, они поднялись еще на одну профессиональную ступень и были представлены к присвоению своего первого в жизни офицерского звания. Как показывает практика, результаты служебных действий всех наших выпускников, это уже 10-й выпуск, подсказывают нам и подтверждают правильность, наверное, принимаемых решений именно по подготовке вот этой категории младших офицеров из числа военнослужащих прапорщиков. На них, можно сказать, держится основная задача по выполнению задач в подразделениях пограничного контроля, потому что от того, как они будут действовать, зависит и весь успех подразделений пограничного контроля. Они первые принимают решения, первые встречают лиц на государственной границе, организовывают службу пограничных нарядов и действуют по предназначению, выполняя свои задачи. Вчера прапорщик, сегодня лейтенант. Однако результат трехмесячного обучения в институте – это не только присвоение новых воинских званий лейтенант и младший лейтенант, но и приобретение масштабных теоретических знаний, без которых, со слов выпускников, современному защитнику рубежей не обойтись. Узнали еще и какие-то некоторые новые вещи, которые нам пригодятся в службе. Сейчас с каждым днем технические средства усовершенствуются, и постоянно приходит что-то новое к нам, и это нужно изучать, потому что и приемы ухищрения у нарушителей тоже совершенствуются, чтобы они никогда не были на шаг впереди перед нами. Мы проходим такие обучения. На этот раз в одном строю 17 специалистов пограничного контроля со всей республики, из которых 10 младших лейтенантов и 7 лейтенантов. Брещан в строю 6. И для каждого из них звезды на погонах и новые звания – это в первую очередь признак людей с непростой и сложной судьбой, для которых честь, долг и самоотверженность – не просто красивые слова. Кто такой пограничник? Пограничник – это щит государства, который готов противостоять тем вызовам и угрозам, которые угрожают нашему государству. Современный пограничник должен шагать в ногу, конечно же, со временем. Естественно, он должен предугадывать ту ситуацию, которая может сложиться на государственной границе. Служить в пограничных войсках достаточно нелегко, я бы сказала, даже сложно. И далеко не каждый выдерживает службу в армии и в пограничных войсках в том числе. Но и попасть в пограничные войска тоже сложно. На данном этапе идет серьезный отбор кандидатов, которые хотят попасть в наши ряды. Бесспорно, для каждого офицера-пограничника выпуск – это один из самых особенных, памятных и символичных дней в жизни. Уже позади долгий тернистый путь к лейтенантским погонам, но отдыхать некогда, ведь впереди защита государственных рубежей в новом звании, которому нужно соответствовать.